За январь одесситы получат платежки с другими цифрами. Новым подсчетом тарифов занялись в Одесской областной администрации. Там отметили, что цена на газ теперь зависит от поставщика. Например, Одесса-газ-поставка за кубометр газа просит почти 10 гривен, а Нафтогаз предполагает голубое топливо по 7 гривен 20 копеек за куб. Отмечу, что с 1 февраля на время карантина правительство установило предельную цену на газ в 6 гривен 99 копеек. А вот за электроэнергию всех одесситов будет одна цена – 1 гривна 68 копеек за киловатт. Повысилась и стоимость водоснабжения. Теперь вода обойдется одесситам в 16 гривен 44 копейки за кубометр, а водоотведение в 13 гривен 58 копеек. Тепло будет стоить 1813 гривен за гигакалорию.